Команда гостей первой открыла счет, но буквально на последних минутах до окончания первого тайма димитровградцы смогли отыграться. Тем более эта игра была принципиальной. Дело в том, что играет с лидером. Это раз команда довольно-таки по составу, по подбору игроков, по игре солидная команда. Но, тем не менее, 1-1 первый тайм, наш уже сопротивляется и бьются. Дай бог, чтобы обыграли. Игра была напряженной. Никто не собирался уступать пальму первенства. Но уже на последних минутах матча команда «Димитровград» вырвалась вперед, отправив в ворота соперника решающий гол. Итог встречи 2-1 в пользу «Димитровграда». Наталья Абанина, Виталий Немов. Наше время.